Путь клиента. Многие меня спрашивают: Макс, как понять свою целевую аудиторию и какие рекламные каналы использовать? На самом деле это очень просто. Предположим, вы занимаетесь продажей цветов. Ваша целевая аудитория – это мужчины, которые дарят своим женщинам цветы. Попробуйте, проживите один день этого вашего клиента и попробуйте представить, в каких местах вы можете его коснуться своей рекламой. Ну, скажем, если это обычный студент, то, соответственно, его день начинается с социальных сетей. Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте с утра, где-то часов 8. Дальше он едет в общественном транспорте, вряд ли у него есть машина. Это маршрутки, либо метро. А после этого он приезжает в университет, в 3 часа у него обед, в 3 часа он тоже заходит в социальные сети. А в 6 часов вечера он заканчивает обучение, опять едет домой. В 7-8 часов он идет в бар. Соответственно, вот эти все моменты вы должны проанализировать и понять, где вы с ним можете коснуться. Соответственно, с помощью офлайн и онлайн рекламы.